сила. Под этим смелым лозунгом в Смене прошел марафон для участников гражданско-патриотического форума «Патриот России». Своеобразная квест-игра началась с флешмоба «Скажи спасибо». А состояла она из прохождения 10 площадок. Сборка-разборка автомата, игра «Метки-стрелок», караоке-баттл, мастер-класс по самбо, станция оригами и другое. Если посмотреть, если вы пройдете все это, снимете, то вы увидите много различных этапов, можно сказать. Одним из этапов является интеллектуальная игра, которая называется «Мозговой штурм». Мы рассказываем про ребусы, ребята решают ребусы, также мы играем в игру «Донетки». Также здесь есть такая станция, которая называется «Секвейн». Это станция, где мальчик из моего отряда 16-го учит ребят сочинять стихи. На самом деле, я такой творческий человек, поэтому мне больше нравится все, что связано с интеллектуальными играми, все, что связано с различными творческими вещами, например, те же самые журавлики. Мне очень нравится это мероприятие, которое называется «Единство и сила». Мы тут собирали, разбирали автоматы. Я был во всех. Тут мы поем, тут мы учимся писать стихи. Мы учимся быть смелее и показывать свои навыки. Я думаю, что сила заключается, когда мы все вместе. Мы все вместе, мы сила. Сегодня многие узнали что-то новое, приобрели навыки и смогли показать свои таланты. А самое главное, сминовцы смогли сделать важный вывод. В единстве и согласии скрыта небывалая сила.